В Чебоксарах после реконструкции открылась поликлиника номер 1 городского клинического центра. Обновили не только внешний облик, но и подход к работе. Открытая регистратура, колл-центр, навигация по всему медучреждению и электронное табло с расписанием приемов. Теперь здесь все работает по принципу бережливой поликлиники. После ремонта здесь очень, как можно сказать, красиво, светло, просторно, очень удобно. Очень приятно приходить даже, настроение поднимается. В очереди сейчас уже по интернету записываешься на прием. Время там уже указывается, уже к этому времени приходишь, очень удобно. В здании полностью заменены системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Отремонтированы помещения. Поликлиника укомплектована современным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить качественные обследования. Логистику построили так, чтобы в разы сократить время ожидания. Сгруппировано рентгеновское отделение. Если раньше травматолог и рентгеновский кабинет был на разных этажах, и пациенту с травмой действительно на второй-третий этаж подняться было очень сложно, сейчас мы расположили это все в одном крыле. Преобразился городской клинический центр благодаря региональной программе развития первичной медпомощи нацпроекта здравоохранения. Ремонт продолжался почти год и обошелся в 28 миллионов рублей. Мы с вами видим прямо со входа достаточно эстетически оформленное помещение, удобную навигацию, очень грамотно и удобно расположенные зоны, где работают диагностическое оборудование, специалисты. Капитальный ремонт в этом учреждении произведен в рамках бюджета Чувашской Республики. У нас порядка 27 учреждений, которые вошли в этот проект бережливого производства. Соответственно, весь капитальный ремонт в этих учреждениях будет производиться по этому принципу. Они расписаны, то есть до 2024 года, и каждое учреждение входит в каждом году поэтапно